пытаюсь его передать. Я думаю, что жизнь наша, она в корне изменится. Un es domāju, ka mūsu dzīve pilnībā izmainīsies. Все зависит от того, как мы мыслим. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs domājam. Все зависит от того, насколько мы можем принимать правильные решения. Viss atkarīgs no tā, cik mēs esam spējīgi pieņemt pareizos lēmumus. Многое зависит от того, куда мы приходим, где мы берём слово, пищу для каждого дня. Atkarīgs no tā, kur mēs ejam un kur mēs saņemam barību katrai dienai. То, насколько нам интересно его слово и истина пребывать в нём. Tas, cik ļoti mums ir interesants viņa vārds un būšana tajā. Вы знаете, что каждому из вас Бог дал победу. Jūs zināt, ka katram no jums Dievs ir devis uzvaru. Каждый из вас вы победители. Katrs no jums ir uzvarētājs. Amen. Amen. В каждом дне, когда ты просыпаешься с утра, ты победитель. Katru rītu, kad tu pamosties, tu esi uzvarētājs. Тебе не нужно заботиться об этой победе, она уже есть. Tev nav jārūpējas par šo uzvaru, jo tā tev jau ir dota. Бог её уже давно тебе приготовил. Dievs jau sen to tev ir sagatavojis. Всё, что нужно. Viss, kas ir nepieciešams. Это понимать, что ты дитё великого Бога. Tas ir saprast, ka tu esi lielā Dieva bērns. Что у него для тебя есть уникальная воля. Ka viņam ir unikāla griba tavai dzīvei. Которая благая, угодная и совершенная. Kurā ir laba un pilnīga. Которая будет преобразовывать тебя в каждом дне. Kas katru dienu tevi pilnveidos. И возвращаться к нему великой славой через твою жизнь. Un atgriezīsies pie viņa atpakaļ kā liela slava caur tavu dzīvi. Слово называется очень просто. Vārds saucās ļoti vienkārši. Он разберёт дело их. Dievs izskatīs viņu darības vai darīšanas. Lietas. Lietas, pareizi. Бог разберёт дела их. Dievs izskatīs viņu lietas. И первое место из Писания это Псалом 22. Un pirmā rakstvieta ir Psalms 21. Tā, 3, jā? Attaisīsim savas bībeles. Atkrojam savu Bibliju. Давайте перед этим я немножко помолюсь. Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, пусть эта истина, она глубоко входит в сердца людей. Пусть она пленяет помышления в послушание Христу. Пусть каждый на этом месте примет Твою победу, как уже свершившийся акт. Я прошу Тебя, дорогой Господь, Духом Твоим Святым созидай каждое сердце. Tavu svēto garu pieskaries katrai sirdī. Его мягче исцеляй. Dari to mīkstu un dziedini. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Господь, пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem. Sava vārda dēļ. Laikam Eduarda vismiļākā dziesma, ja? Bog, pastir nāš. Dievs ir mūsu gans. И самое главное, что мы ни в чём не будем нуждаться. Un pats galvenais ir tas, ka mums nenieka netrūks. Знаете, мне всегда перед глазами, когда я читаю эти первые стихи этого псалма. Tad, kad es lasu šos pirmās rindas šim psalmam. Я всегда перед глазами представляю Бога Отца. Es vienmēr savu acu priekšā iztēlojos Dievu Tēvu. Который говорит, что я ни в чём не буду нуждаться. Kurš man saka, ka man nekā netrūks. Знаете, когда мы рождаемся в этот мир, Ziniet, kad mēs dzimstam šajā pasaulē, неважно причём, в какой ты семье родился. Nav svarīgi, kādā ģimenē tu esi piedzimis. Ni национальность особо не важна. Nav svarīgi arī, kāda ir tava nacionālitāte vai sociālais status. Потому что эти вещи, их можно достичь. Tāpēc, ka šīs lietas tev ir iespējams nopelnīt, sasniegt. Процветание. Bagātību. Сегодня в мире есть очень много систем. Šodien pasaulē ļoti daudz sistēmas. Очень много разной информации. Ļoti daudz dažādas informācijas. Которая тебе поможет в этой жизни в ту или иную сторону направляться. Kas tev palīdz satīstīties šajā dzīvē. Но есть любовь. Bet ir mīlestība. Которая есть в каждой семье. Kas ir katrā ģimenē. Когда родители родили ребёнка, если они его любят.
kad vecāki ir piedzemdējuši bērnu un ja viņi mīl šo bērnu. Если они дорожат этим ребёнком. Ja šis bērns viņiem ir svarīgs. То ребёнок это чувствует. Tad bērns arī to jūt. Он чувствует, что его защищают. Viņš jūt, ka viņu aizstāv. Он чувствует, что он может обратиться к маме. Viņš jūt, ka viņš var atgriezties pie mammas un tā viņu pavaros. К папе. Pie tēva. Который его возьмёт и защитит, если это необходимо. Kas ņems un pasargās viņu, kad tas nepieciešams. Ребёнок он берёт какую ответственность, когда bērns уже становится более-менее в осознанном возрасте. Ņem kaut kādu atbildību tad, kad viņš jau ir kaut kādā apzinātā vecumā. Он берёт эту ответственность и начинает уже что-то делать. Viņš ņem šo atbildību un sāk kaut ko darīt. Потому что родители его научили. Tāpēc, ka vecāki viņam to ir iemācījuši. Amen. Amen. Точно так же мы приходим к отцу. Tieši tāpat mēs nākam pie tēva. До того, как к нему прийти и познать его любовь, встретиться с ним. Pirms nākt pie viņa, iepazīt viņu, uzzināt viņu mīlestību. Каждый из нас жил какой-то отрезок жизни. Katrs no mums ir dzīvojis kādu dzīves laika posmu. И человек привыкает к тому, чтобы со своими трудностями стараться справиться самому. Un cilvēks pierod pie tā, ka viņš pats cenšas atrisināt savas problēmas. Он пытается расправляться с врагами, если таковые есть. Viņš cenšas tikt galā ar ienaidniekiem, ja tādi ir. Проходить болезни. Iet cauri slimībām. Сам самостоятельно. Pats ar saviem spēkiem. Обращаясь к врачу, уповая на таблетки, на лекарства. Griežoties pie ārstiem, paļaujoties uz zālēm. Человек приходит в место, где есть образование, школа, неважно. Cilvēks iet uz izglītības iestādēm, tur, kur ir izglītība. Он выбирает для себя, что вот через какое-то время я там буду электриком. Viņš izvēlas, piemēram, ka viņš pēc kāda laika būs elektriķis. Или бухгалтером. Vai grāmatvedis. Он начинает брать это знание. Viņš sāk ņemt šīs zināšanas. Развиваться в нём. Un attīstīties tajās. Если это ему интересно, то он достигает успеха. Un ja tas viņam ir interesanti, tad viņš gūst panākumus. Но везде и во всём на этом пути. Bet visur šajā ceļā. Он остаётся предоставлен сам себе. Viņš visur tā kā paļaujās uz sevi. Он становится тем человеком, который делает какой-то выбор. Viņš kļūst par cilvēku, kas dara kādu izvēli. И наследует в результате того выбора то, что он выбрал. Un rezultātā viņš iegūst to, ko viņš ir izvēlējies. Враги по дороге приходят в его жизнь. Viņa ceļā pa ceļam atnāk ienaidnieki. Пытаются атаковать. Cenšas uzbrukt. Через разные обстоятельства. Caur dažādiem apstākļiem. Пытается лишить человека мира. Cenšas atņemt cilvēkam mieru. Все очень просто. Viss Библия говорит, vienkārši. Что мир лежит во зле. Мир лежит во зле. Ka šī pasaule viņa ir ļaunumā. Bībelē tā ir rakstīts. Это действительно так. Un tas tā arī ir. И поэтому первое обстоятельство, с которыми люди встречаются, это далеко не любовь. Un tādēļ pirmais apstākļis, ar ko cilvēki tiekas, tā noteikti nav mīlestība. В мире правят законы. Pasaulē valda likumi. Которые нацелены эгоистично. Kuri ir vērsti uz egoismu. Которые нацелены на то, чтобы в основном. Kuri pārsvarā ir vērsti uz to. У кого что-нибудь забрать. Lai kādam kaut ko paņemtu. То есть есть несправедливость. Tā tad ir netaisnība. Её очень много в мире. Un tās ir ļoti daudz šai pasaulē. И всё зависит от человека, когда он с ней сталкивается. Un viss ir atkarīgs no cilvēka, kad viņš ar to satiekas. Кто-то соглашается жить так. Kāds piekrīt tā dzīvot. Кто-то начинает бороться. Un bet kāds sāk cīnīties. Пытается найти какую-то справедливость в системах мира. Cenšas atrast kādu taisnību pasaules sistēmās. Законодательной системе. Likumdošanā. Кого-то несправедливо отняли квартиру путем обмана. Netaisnīgi ir atņemts caur viltu dzīvoklis. Знаете, когда началось это время кредитов? Ziniet, kad iesākās šis kredītu laiks? Последние две недели у нас по церкви такая актуальная тема. Люди вспоминают, как это было. Pēdējās divās nedēļās mums draudzē aktuālā tēma, ka cilvēki atcerās, kā tas viss notika. И делятся, какие вещи они проходили. Un dalās ar to, kam viņi ir gājuši cauri. Люди вспоминают время, когда там после 2008 очень много было самоубийств. Cilvēki atceras, ka pēc 2008. Gada bija ļoti daudz pašnāvības. Во время этого кризиса каждый день умирал кто-то. Šīs krīzes laikā katru dienu kāds mira. То есть это уже была норма, что люди вешаются, выпрыгивают в окна. Tā jau kļuva par normu, ka cilvēki pakarās vai lec ārā pa logiem. Почему? Потому что человек встречается с этими обстоятельствами, он встречается с ними не готов. Tas notiek, jo cilvēks satiekoties ar šiem apstākļiem, viņš tiem nav gatavs. Может быть, это такой яркий пример. Varbūt tas ir tāds spilgts piemērs.
Но мы каждый день в повседневной жизни сталкиваемся с того или иного рода обстоятельствами. Bet katru dienu mēs satiekamies ar dažādiem apstākļiem mūsu dzīvē. Ar ienaidniekiem. Дьявол, он пришел украсть, убить и погубить. Vēlns ir nācis nokaut, nomaidāt, nozakt. Но есть Бог, который пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Bet ir Dievs, kas ir nācis, lai dot dzīvību un dzīvi pārpilnībā. Из-за того, что человек попадает под влияние тех или иных иллюзий, Tādēļ, ka cilvēks nonāk šādu vai tādu ilūziju varā. Когда ему говорят, вот система финансовая, общая, мировая, она сегодня раздает кредиты всем. Kad viņam saka, ka šīs pasaules sistēmas dod kredītus visiem. У них есть нужда, есть проект. Viņiem ir vajadzība, projekts. Они говорят, что нам надо вот на эту европейскую часть выдать огромное количество кредита. Un viņi saka, mums uz šo Eiropas daļu ir jāizdod šī lielā kredītu daļa. Выдают его через банки. Un tā tiek dota šie kredīti caur banku. Искусственно поднимают недвижимость до определенного уровня. Tiek pacelts nekustamā īpašuma vērtība līdz noteiktam līmenim. Почему? Потому что человеку нужно где жить. Tas notiek tāpēc, ka cilvēkam ir vajadzīga vieta, kur dzīvot. Это естественные потребности. Tās ir dabiskās vajadzības. Viņam ir nepieciešama pārtika. И во что одеться. Un apģērbs. Каждый нуждается в доме. Katram ir nepieciešamas mājas. И дьявол, который пришел украсть. Un vēlns, kurš ir nācis, lai zaktu. Первое, что хочет украсть этот враг, это дом. Pirmais, ko viņš vēlas nozakt, tas ir nams. Лишить человека дома. Lai cilvēkam nav mājas. Церковь – это наш дом. Un draudze, tās ir mūsu mājas. И он пошлет кучу обстоятельств и проблем в твою жизнь. Un viņš sūtīs daudz apstākļus un problēmas tavā dzīvē. Для того, чтобы ты разочаровался и обиделся. Tādēļ, lai tu aizvainotos. Почему в моей жизни это происходит? Kāda, un jautāt, kādēļ manā dzīvē tas tā notiek? А, не буду ходить в церковь. Ай, ну тогда я не ешу с драудзи. Буду справляться со своими трудностями сам. Tikšu ar savām problēmām galā pats. Есть Бог, который даровал каждому из нас победу. Bet ir Dievs, kas katram no mums devis uzvaru. Он есть наш пастырь. Viņš ir mūsu gans. Он защищает нас. Viņš mūs aizstāv. Он водит, кормит. Viņš ved mūs, dod mums barību. Он хочет, чтобы каждый из нас, Un viņš мы vēlas, ни в чем не имели нужды. Lai katram no mums nebūtu trūkums. И вот такая тема последнее время идет. Un pēdējā laikā šī ir aktuālā Рīgā, tēma mums Rīgā, par ko mēs apspriežamies. И пастор Алексей дал это уникальное слово. Un mācītājs Aleksejs ir devis šo unikālo vārdu. О том, что Бог даровал нам победу. Par to, ka Dievs mums ir devis uzvaru. О том, что Бог говорит об отношении к нам и об отношении к нашим врагам. Par to, ka Dievs runā par attieksmi pret mums un par attieksmi pret mūsu ienaidniekiem. И в этом псалме мы видим, что первые четыре стиха не относятся к нам. Un šajā psalmā mēs redzam, ka pirmie četri panti attiecas pret mums. То, что Бог обещал нам. Tas, to, ko Dievs ir apsolījis mums. Как тем людям, которые знают его лично и которые являются его детьми. Kā tiem, kas pazīst viņu personīgi un ir viņa bērni. Те люди, которые усыновлены через Иисуса Христа или удочерены. Tie bērni, kas ir adoptēti caur Jēzu Kristu. Остальные стихи относятся к нашим врагам. Bet pārējie panti attiecas uz mūsu ienaidniekiem. И люди, которые находятся просто в мире, они не знают Бога. Un cilvēki, kas atrodas vienkārši pasaulē un nepazīst Dievu. Они справляются со своими трудностями сами, кто-то ломается. Un viņi paši tiek galā ar savām problēmām, kāds varbūt salūst. Кто-то становится сильнее, но та сила, которая внутри него, то, что дает ему эти силы, она не имеет неправильный мотив. Kāds paliek stiprāks, bet tas spēks, kas ir viņā iekšienē, viņam ir nepareizi motīvi. В мире тьмы. Tumsas valstībā. Все обращено на принцип. Viss vērst uz principu. О том, что более сильнейший изгоняется еще сильнейший. Tas, kurš ir stiprāks, tiek padzīts ar vēl kādu vēl stiprāku. Люди ходят одержимы разными идеями. Cilvēki staigā tā kā ar dažādām idejām apsēsti. Разные мотивы в сознании людей. Viņu apziņās ir dažādi motīvi. И мы знаем точно, что тот человек, который имеет внутри себя мир Божий. Un mēs noteikti zinām, ka tas cilvēks, kura iekšienē ir Dieva mirs, для которого это слово является инструкцией к жизни. Tas, kuram šīs vārds ir kā instrukcija dzīvei. Для которого слово Божие является победой в жизни. Tas, kuram Dieva vārds ir uzvara viņa dzīvei. Тот человек, для которого Слово Божие является единственным основанием для каких-то действий. Tas cilvēks, kuram Dieva vārds ir vienīgais pamats jebkādām darbībām. Этот человек будет защищен.
Šis cilvēks, viņš tiks pasargāts. Он всегда будет ходить в победе. Viņš vienmēr staigās uzvarā. Поэтому первую часть своего слова. Tādēļ pirmo sava vārda daļu. Я хочу, чтобы каждый из нас мы увидели эти две параллели. Es vēlos, lai katrs no mums ieraudzītu šīs divas paralēles. Отношение к нам как друзьям Божьим. Attieksmi pret mums kā pret Dieva draugiem. И отношение к нашим врагам. Un attieksmi pret mūsu ienaidniekiem. Мы очень часто принимаем для себя, что Бог он действительно нас любит, и это так. Mēs bieži pieņemam par to, ka Dievs mūs mīl, un tas tā tiešām arī ir. Мы очень часто выбираем какие-то места писания, какие-то стихи, какие-то принципы духовные, обращаем их себе во благо. Mēs bieži vien lietojam šīs rakstvietas un izmantojam tās sev par labu. Каждый из нас мы соглашаемся с обещаниями Божьими, которые даны тебе во благо. Очень хорошо, легко Katrs, и просто. No mums piekrīt šiem apsolījumiem, kas ir doti. Мы принимаем это для себя, начинаем исповедовать. Mēs pieņemam to sev un sākam tos pasludināt. Начинаем в это верить и видим результат того, как это происходит. Sākam ticēt un redzam rezultātu, kā tas notiek. Amen. Amen. Но когда мы видим как Бог обращается с врагами или как он смотрит через слово Божье на наших врагов? Bet tad, kad mēs skatāmies, kā Dievs caur vārdu parāda savu attieksmi pret mūsu ienaidniekiem. Мы не так совершенно верим, как верим в те обещания, которые касаются для нас, для благословения. Tad mēs ne tik pilnīgi ticam šiem apsolījumiem. И в этом и есть, так скажем, внутреннее состояние человека. Un tajā ir tas cilvēka iekšējais stāvoklis. Люди они очень предрасположены каким-то вещам, которые, ну, может быть, негативные больше. Люди предрасположены верить больше негативным вещам. Cilvēks, tā viņam ir ierasts, ka viņš vairāk tic negatīvajam. Почему? Kādēļ? Потому что он со злом встречается каждый день. Tādēļ, ka viņš ar ļaunumu sastopas katru dienu. Он привыкает к этому. Viņš pierod pie tā. И пытается бороться со злом самостоятельно. Он cenšas ar ļaunumu cīnīties saviem spēkiem. И великий Бог, un lielais Dievs, который действует параллельно с тобой и с твоими врагами, kas darbojas paralēli ar tevi un ar taviem ienaidniekiem. Людям очень трудно поверить то, что насколько в моей жизни есть сегодня великий Бог, который является моим другом. Cilvēkiem ir grūti noticēt, ka tikpat daudz, cik ir varenais Dievs, kurš ir mans draugs. Точно так же рядом параллельно в моей жизни идут мои враги. Ka tikpat paralēli manā dzīvē iet mani ienaidnieki. Бог являет славу в моей жизни, дьявол параллельно хочет строить что-то, чтобы лишить меня этой славы. Dievs pagodinās manā dzīvē un vēlns cenšas blakus izdarīt kaut ko, lai tas tā nebūtu. Каждый из вас, возможно, замечал хотя бы раз в своей жизни, когда происходит что-то хорошее. Katrs no jums ir ievērojis, varbūt, ka vismaz reiz dzīvē, ja notiek kaut kas labs. Ты получаешь от Бога ответ, откровение. Tu saņem no Dieva atbildi, atklāsmi. Результат какой-то долгой молитвы. Ir rezultāts kādai lūkšanai. И этот период мира с Богом, он такой короткий. Un šis Dieva miera periods ir tik īss. В большинстве случаев сразу же буквально вечером или через пару дней что-то происходит. Lielākoties pat nākamajā vakarā vai pēc dažām dienām kaut kas notiek. Дьявол лишает опять мира. Un vēlns atkal nozog tev šo mieru. И человек думает, ну как же, и уже слава Божья, которая была, она уже как бы умолилась. Un cilvēks domā, kā tas ir, un šī Dieva godība ir kā kļūst mazāka. Ты смотришь на проблемы, на врагов и на трудности. Tu skaties uz problēmām, ienaidniekiem. Un grūtībām. И уже не видишь того, что делает Бог, тех благословений, которые он даёт. Neredzi Dievu tās svētības, ko viņš tev dod. Это есть такой человеческий фактор. Šis ir tāds cilvēcīgs faktors. Потому что с негативным мы в жизни встречаемся чаще, чем с позитивным. Tādēļ, ka ar negatīvo mēs savā dzīvē sastopamies biežāk. И поэтому Бог хочет показать нам. Tādēļ Dievs vēlas mums parādīt. Об этих двух параллелях. Šīs divas paralēles. Что насколько он строит взаимоотношения с нами, точно так же он строит взаимоотношения с врагами. Jo tāpatās, kā viņš veido attiecības ar mums, tāpatās viņš veido šīs attiecības ar mūsu ienaidniekiem. Он строит отношения и все устраивает на двух уровнях. Viņš visu veido un dara divos līmeņos starp draugiem un starp ienaidniekiem. Когда мы принимаем для себя, kad mēs pieņemam sev, что с нашими врагами борется Бог, ka ar mūsu ienaidniekiem cīnās pats Dievs, мы остаемся в мире с Ним.
tad mēs paliekam mierā ar viņu. Но очень часто мы ограничиваем Бога. Bet ļoti bieži mēs ierobežojam Dievu. И начинаем как бы ему не доверять и бороться с нашими врагами сами. Un sākam it kā viņam neusticēties, cīnīdamies paši ar saviem ienaidniekiem. Нам кажется, что мы делаем это правильно. Mums liekas, ka mēs to darām pareizi. Хорошо. Un labi. Не видно другого выхода, только вот это решение Nav, сейчас для. Redzama cita izeja, bet tikai šī šajā situācijā. Но Бог считает по-другому. Bet Dievs uzskata savādāk. И в итоге получается, что мы ему мешаем. Un beigās izrādās, ka mēs viņam traucējam. Это так. Un tā tas ir. Мне нравятся слова, которые говорит пастор Алексей. Man patīk mācītāja Aleksēja vārdi. Позволь Христу убить вражду. Ļauj Kristum nokaut ienaidu. Разрушить стоящую преграду. Sagraut stāvošo šķērsli. Позволь Христу убить вражду. Ļauj Kristum nokaut ienaidu. И получи награду. Un iegūsti balvu. Очень важно Богу доверять не только в благословенных, правильных вещах. Ļoti svarīgi Dievam uzticēties ne tikai labajās lietās un svētībās. Очень важно доверять Богу, когда он разбирается с твоими врагами. Ļoti svarīgi ir uzticēties Dievam, tad kad viņš tiek galā ar taviem ienaidniekiem. Нам сразу становится легче жить. Jo tad mums uzreiz kļūst vieglāk dzīvot. Мне нравится очень красивый пример. Man patīk ļoti skaists piemērs. Когда Павел и Сила они находились в тюрьме. Kad Pāvils un Sīla, kad viņi bija cietumā. Их не спасла ашерская команда церкви Новое поколение. Un viņus neizglāba jaunās paudzes Ašera komanda. Никто туда не прибегал с автогеном, разрезал эти железные решётки. Neviens uz turieni neskrēja un šīs dzelzs restes nesagrieza. Никто там не нападал на стражников. Neviens neuzbruka sargiem. Перед этим их избили. Pirms tam viņus vēl piekāva. Над ними издевались. Par viņiem ņirgājās. И в конце концов посадили. Un beigās ieslodzīja cietumā. И они никто не кричали во имя Иисуса Христа, дьявол умри, засохни, какая-то там брань. Viņi nebļāva Jēzus Kristus vārdās kaut ko, lai notiek. Они знали, что великий Бог, с которым они встретились, который был с ними рядом и есть с ними рядом, он позаботится о них. Viņi zināja, ka visuvarenais Dievs, kas ir kopā ar viņiem, parūpēsies par viņiem. Нам не нужно в моменты тяжёлых испытаний нервничать и переживать. Pārbaudījumu brīžos jānervozē. Есть Бог, который всё поставит на свои места. Ir Dievs, kurš noliks visu savās vietās. Есть Бог, который делает параллельно. Ir Dievs, kurš veic paralēli. Отношения между друзьями и врагами. Starp draugiem un ienaidniekiem. Пойми, если благо пришло в твою жизнь, конечно, будет враг, который будет посягать на это благо. Saproti, ja labums ir atnācis tavā dzīvē, tad noteikti būs ienaidnieks, kas kāros pēc tā. И твоя задача просто сказать Богу: Господь, я верю и прошу, действуй. Un tavs uzdevums ir teikt Dievam: Es uzticos tev un dari tu. Господь, в моей жизни сегодня дьявол атакует. Dievs šodien manā dzīvē vēlns uzbrūk. Но я знаю, что ты мой пастор, и ты даровал мне победу. Действуй. Bet es zinu, ka tu esi mans gans, kurš devis man ir uzvaru, tad rīkojies. Пусть справедливость на основании твоего слова восторжествует. Lai taisnība, kas balstās uz tava vārda, uzgavilē. Потому что ты бодрствуешь над словом своим, и оно к тебе возвращается исполнившимся. Tāpēc, ka tu pats stāvi pār savu vārdu, un tas atgriežas pie tevis piepildīts. Я доверяю тебе, Господь. Es uzticu tev, Kungs. Потому что я верю в твою силу, jo es ticu в твою истину и в твою правду. Tavam spēkam, tavai patiesībai. В твою справедливость. Tavai taisnībai. И никакие враги не восторжествуют надо мной. Un nekādi ienaidnieki negavilēs pār mani. Ты даровал мне победу. Jo tu esi devis man uzvaru. Иисус Христос был распят и в третий день воскрес. Jēzus Kristus tika sists krustā un trešajā dienā augšā un cēlās. И через это пришла моя победа. Un caur to nāca mana uzvara. Казалось бы, простые истины, но так сложно в это поверить. Liekas it kā tādas vienkāršas patiesības, bet tik grūti tām noticēt. Когда мы сидим в комфортных условиях более-менее. Kad mēs sēžam vairāk vai mazāk komfortablos apstākļos. Когда мы чувствуем, что те верёвочки жизни, которые хватают за каждый палец, мы как-то их держим, и у нас получается. Kad tie dzīves striķīši, kas mūs tur, ka mēs kaut kādīgi tiekam ar to galā. Получается как-то жить в семье. Senā kaut kā dzīvot ģimenē. Строить взаимоотношения там. Kaut veidot attiecības. Получается как-то заработать финансы на kaut жизнь. Kā senāk nopelnīt finanses. Получается как-то, может быть, какие-то долги погасить. Kaut kā senāk dzēst parādus.
получается как-то там купить какие-то блага материальные, машину, телевизор. Kaut kā sanāk nopirkt šīs materiālās vērtības, mašīnu, kaut vai gludekli. Это нормально в естестве человека, чтобы делать устройство. Tas ir normāli cilvēka būtībā, lai Каждый radītu sev komfortu. Каждый человек хочет устройство вокруг себя. Katrs cilvēks vēlas, lai viņam apkārt būtu labi. Но великий Бог, он хочет дать намного больше. Bet lielais Dievs, viņš vēlas dot daudz vairāk. Amen. Amen. Просто доверься ему. Vienkārši uzticies viņam. И иди в эту жизнь. Un ej šajā dzīvē. Помазана с миром на сердце и благословенна. Svaidīts ar mieru, ar mieru savā sirdī. От того, что сегодня ты будешь мучиться и думать, как же мне разобраться с моей проблемой. No tā, ka tu šodien mocīsies un domāsi, kā lai tieku galā ar savu problēmu. Ничего, кроме депрессии, ты не принесешь. А neko vairāk par depresiju tas neatnesīs. И когда человек в состоянии депрессии, Un kad cilvēks ir depresijas stāvoklī, это самое страшное для Бога. Tas ir pats briesmīgākais Dievam. Когда человек в состоянии разочарования, это самое страшное для Бога. Kad Dievs ir vilšanās stāvoklī, tas ir pats briesmīgākais Dievam. Почему? Kādēļ? Потому что он не может славить его. Tādēļ, ka viņš nevar viņu slavēt. У него не то настроение, не Viņam то состояние. Nav tas stāvoklis, nav tas garas stāvoklis. Когда мы сидим в зоне комфорта, все неплохо. Хорошо. Kad mēs sēžam komforta zonā, tad vidkā viss ir labi. Как-то справляемся. Kaut kā tiekam galā. Но когда приходят трудности, Bet kad atnāk grūtības, как-то вдруг резко перестаешь доверять Богу на все 100%. Pēkšņi pārstāj uzticēties Dievam par visiem 100%. Ну как это, если я вот сейчас вот не сделаю каких-то действий решительных. Ну как это, ir, ja es tagad neizdarīšu kaut kādus radikālus soļus. И дьявол еще любит когда такое затишье, затишье, а потом резко этот колесо как раскрутить, чтобы у тебя не было вообще времени подумать. Un Dievam vēl patīk tā uztaisīt, ka viss ir mierīgi, mierīgi, un pēc tam pēkšņi lielais ritenis, lai tev nemaz nebūtu laika apdomāt. Чтобы все выглядело, что ты заложник некой ситуации. Lai tev liktos, ka tu esi kādas situācijas ieslodzītais. И что у тебя нет времени подумать, просто вот делай такие-такие шаги, сразу мысли начинают идти какие-то. Un ka tev ir jādara kaut kādi soļi, un tev un uz emocijām nāk dažādas domas, kā tev jārīkojas, kādi soļi. Другой раз бывает, смотришь, вроде бы правильно все сделал, но почему-то результат вообще неправильный. Un citreiz skaties, domā, ka it kā visu pareizi izdarī, bet rezultāts kaut kā nav tāds. Как-то все в результате не так, как хотелось. Kaut kā rezultātā nav viss tā, kā tu to biji vēlējies. Знаете, как в той пословице, Ziniet, да? Хотел как лучше. Var, да. Gribēju kā labāk. Получилось как всегда, да? Sanāca kā vienmēr. Поэтому... Tādēļ. Нам нужно учиться доверять Богу. Mums ir jāmācās uzticēties Dievam. Меня очень сильно касается это слово о отношениях к Богу, к друзьям и врагам. Šis vārds man ļoti spēcīgi pieskaras, šis Dieva attieksme pret draugiem un ienaidniekiem. Я вижу, что это сегодня очень актуально. Un es redzu, ka tas šodien ir ļoti aktuāli. В первую очередь для меня. Un pirmkārt tas jau ir pašam man. Богу нужно доверять. Dievam ir jāuzticas. Доверять, чтобы он выносил суд нашим врагам. Jāuzticas, lai viņš varētu iztiesāt mūsu ienaidniekus. Он сделает намного лучше. Un viņš to izdarīs daudz labāk. Чем мы будем там делать какие-то действия и в конце концов еще видеть негативный результат. Nekā, ja mēs darīsim kādas darbības un beigās vēl redzēsim šo negatīvo. Я не говорю сейчас, что все, давайте не будем обращать ни на какие обстоятельства полностью никакого внимания. Es nesaku, ka mums visi apstākļi pilnīgi jāignorē. Естественно, у нас есть Библия, у нас есть учение. Dabīgi mums ir Bībele, mums ir mācība. В рамках которого мы проходим какие-то трудности. Kuru robežās mēs ejam cauri kādajām grūtībām. Для чего? Для того, чтобы расти. Kad tas ir tādēļ, lai mēs varētu pieaugt. Но пусть вот эта концентрация внимания, она не переключается больше, как будто дьявол он наравне с Богом или больше его. Bet lai šī mūsu uzmanība nekoncentrējas vairāk uz vēlnu, ka viņš ir tikpat liels vai lielāks nekā Dievs. Какие бы обстоятельства не были в нашей жизни, если мы славим Его, поклоняемся Ему, как Павел и Сила в той тюрьме, то темница, она откроется. Lai arī kādi apstākļi notiktu mūsu dzīvē, ja mēs pielūksim un slavēsim Dievu, tad notiks tāpatās tā kā Pāvilam, kad cietuma durvis atverās. Придет сверхъестественный Бог и откроет. Atnāks pārdabiskais Dievs un atvērs šos cietumus. Тем более, что даже уже где-то сказано, по-моему, Исаия 61 глава. Un vēl jau vairāk. Еще до пришествия Иисуса. Kā Jesaja. Дух Господа на мне, Он помазал меня. Jesaja 61 ir teikts, ka Dieva gars ir uz manis un viņš ir svaidījis mani.
И дальше там есть стих: открыть узникам темницы, выпустить измученных на свободу. О чем шла речь? О победе. О том, что время несправедливости, оно закончилось. Par to, ka netaisnības laiks, viņš ir beidzies. И пришло время победы. Un ir pienācis uzvaras laiks. Все, что нужно, это славить его. Viss, kas ir nepieciešams, ir slavēt viņu. Хвала и поклонение – это ядерная сила. Пелуксме он слава тас ир тас ир кодолспекс. Намного больше, чем всякие ракеты там баллистические разные. Tas ir daudz spēcīgāks nekā jebkurš pasaules ierocis. Это намного больше, чем когда мы пытаемся сами что-то сделать. Tas ir daudz vairāk nekā, kad mēs paši cenšamies kaut ko izdarīt. Когда мы славим Его и поклоняемся Ему, приходит великий Бог. Kad mēs slavējam un pielūdzam, tad atniek visu varenais Dievs. Он дает мир на сердце. Viņš dod mūsu sirdī mieru. Ведь нет никакой разницы проходить эти трудности. Jo nav atšķirības iet caur grūtībām. Когда мы в депрессии находимся, kad mēs atrodamies то эти трудности вообще выглядят еще больше. Tad šīs grūtības, viņas izskatās vēl lielākas. Но когда мы славим и поклоняемся Ему, bet kad mēs slavējam un pielūdzam Viņu, с миром на сердце эти трудности, они намного быстрее заканчиваются. Ar mieru sirdī, tad šīs grūtības, viņas it kā paiet daudz ātrāk. И потом появляется слово свидетельство. Un tad parādās liecības vārds, которым ты идешь и говоришь: Господь, ar kuru tu ej un saki, решил мою проблему, мои обстоятельства. Ir atrisinājis manus apstākļus, Бог дал мне победу, я справлялся с болезнью. Dievs ir devis uzvaru. Проходил еще какие-то трудности, и сегодня Бог освободил меня, дал мне новое, es абсолютно исцеленное тело. Caur slimību, caur grūtībām, bet tagad Dievs ir devis man pilnīgi jaunu dziedinātu ķermeni. Этот ответ приходит, когда мы начинаем Ему доверять. Šī atbilde nāk tad, kad mēs sākam Viņam uzticēties. Поклоняться и славить. Пелукт un славēt Viņu. Скажите, израильский народ, который находился в рабстве. Sakiet, vai Izraela tauta, kas atradās verdzībā Ēģiptē. Когда Моисей выводил этот народ. Kad Mozus veda ārā šo tautu. Из Египта, и Амалик, царь, собрал войско, и египетский фараон собрал войско. И Амалик догонял этот народ. Он сейчас Египтес тянет, когда он ждёт покольшай таутай. Там был момент, что всех, кто ослаб, кто отставали от стана, Амалик добивал. Tur bija moments, kad šis Amaleks, kad viņš nokāva visus tos, kas bija atpalikuši un bija novājējuši. И там опять не было ашерской команды церкви «Новое поколение». Un tur atkal nebija jaunās paudzes draudzes Ašer komanda. Не Оскара с топором, который отрубал колеса колесницам. Tur nebūtu Оскара, kas būtu nocirtis Это опять происходило сверхъестественно. Tas atkal viss notika pārdabiski. Это был план Божий. Tas bija Dieva plāns. Иосафат, когда была война. Un Jošafats. Там вообще настолько абсурдная ситуация выглядела, что просто позорно. Tur izskatījās pilnīgi tā situācija apkaunojoša. Nebija nekāda risinājuma vispār. Nebija pilnīgi nekāds risinājums. Vidzimimi glazami prosto. Ar acīm tā varēja skatīt. Razočarovanie polnē. To, ka un redzēt, ka ir pilnīgi vilšanās. No prišol Bog i yavil slavu svoju. Bet atnāca Dievs un pagodinājās. Pomnite istoriju, kada prokaženie, уже голод был сильный, они пошли в тот стан сирийский, для того, чтобы хотя бы не голодными умереть или, может быть, как-то повезет. Atcerieties, kad bija bada laiks un šajā slimija ar... И Бог их шаги сделал настолько громкими, что весь стан сирийский разбежался. Viņi gāja uz pretinieku nometni, lai vismaz nenomirtu badā, bet pie viņiem dabūtu ēdienu. Они пришли и не переставали удивляться. Вот тебе одежды царские, вот тебе колесницы, все, что хочешь. Viņi aizgāja, tur bija viss, ko viņi varēja izvēlēties. Так они стали есть. Viņi sāka ēst. Наелись и такие думают: нехорошо это мы делаем, да? Pieēdās un izdomāja, laikam nepareizi rīkojamies, ka tauta sēž badā. Народ сидит в расстройстве, в поражении. Сэж заудаема. Надо пойти их обрадовать, какой великий Бог. Я iepriecinu viņus, kāds mums liels Dievs. Очень много историй библейских. Ir ļoti daudz dažādu Bībeles stāstu. Которые мы видим, что Бог решал эти вопросы. Kur mēs redzam, ka Dievs ir risinājis šīs problēmu jautājumus. Давид. Дāvids. 14 лет, сколько ему там было? Cik viņam bija 14 gadi? Когда он вышел с пращей на Голиафа. Kad viņš izgāja cīņā pret Goliātu.
Этот Голиаф, он проклинал народ. Все боялись выйти из окопов. Viņš lādēja visu tautu un visiem bija baile izkāpt. Не было ни одного, кто смог бы противостать. Un nebija neviens, kas stātos pretī Goliātam. Очень часто мы боремся со своими Голиафами. Un bieži vien mēs cīnāmies ar saviem dzīves Goliātiem. И мы слышим, как он на нас ругается, хулит имя. Un mēs dzirdam, kā viņš uz mums lamājas. Когда приходят эти проблемы. Un kad atnāk šīs problēmas. Стучаться к тебе в дверь. Tās klauvē tev durvis. Ты пытаешься стоять за этой дверью и думать, что эта дверь тебя защитит. Centies stāvēt aiz šīm durvīm un iedomāties, ka tās tev aizstāvēs. Начинаешь думать, насколько крепкий у неё материал, насколько крепкий замок. Un sāc domāt, cik stiprs ir šis koks, cik stipra ir slēdzene. Но великий Бог намного больше. Bet lielais Dievs, viņš ir daudz lielāks. Он может помазать 14-летнего парня, чтобы он без проблем взял и разобрался с этим. 14-gadīgu puiku, lai tas bez problēmām tik galā ar mīlestību. Все, что нужно, это прославлять его, иметь сердце с ним одно, с Богом. Viss, kas ir nepieciešams, ir slavēt viņu, un lai tev ir viena nota sirds ar viņu. Проходя через все обстоятельства в жизни. Jo cauri visām grūtībām dzīvē. Воздавай ему славу. Slavē viņu. И благодари его за то, что он спас тебя. Un pateicies par to, ka viņš tev ir izglābis. За то, что он дал тебе победу. Par to, ka viņš tev ir devis uzvaru. За то, что перед именем Иисуса Христа он преклонил всякое колено небесных, земных и преисподних. Par to, ka ik viens celis uz debesis un uz zemes ir. Ничто не может сравниться с его жертвой. Ka nekas nevar salīdzināties Ничто ar Jēzus может сравниться с этой победой. Nekas nevar salīdzināties ar šo uzvaru. Но когда у людей вот такие большие глаза, смотря на те трудности, которые они проходят. Bet kad cilvēkiem paliek šī lielas acis, kad viņi iet cauri visām šīm grūtībām. Есть такая фраза: у страха глаза велики. Un ir tāds teiciens: bailēm ir lielas acis. Очень часто мы встречаемся с чем-то в жизни. И Bieži перед тем, как делать, мы себя уже заведомо настраиваем, как проигравшие. Ar kaut ko, mēs jau pirms darām kaut ko, esam sevi noskaņojuši, ka mēs zaudēsim. Теряем мир, теряем правильное духовное состояние. Mēs zaudējam mieru un zaudējam šo pareizo sirds stāvokli. Проходим, находясь в этих трудностях, проходим какой-то период и вообще соглашаемся с этим проигрышем. Ejot kaut kādu brīdi cauri grūtībām, mēs vispār varam pieņemt šo zaudējumu. Помните место, где Давид, по-моему, он с войском пошел, оставил свой стан, там дети, жены оставались, они пошли завоевывать землю за землей, землю за землей. И когда вернулись, то увидели, что угнаны дети, жены, что стан разграблен. Atcerieties, ka Dāvids, viņi gāja iekarot šīs zemes un atstāja savu šo pulcēšanos vietu, kur bija sievietes bērni, un kad viņi atgriezās atpakaļ, tad viņi redzēja, ka viņi tur vairs nav. Когда в жизни Давида, в жизни приближенных ему людей, он видел славу, победу, армия шла, Давид шел, все получалось. Ему казалось, что он живет в этой победе. Kad Dāvids gāja kopā ar saviem līdzgaitniekiem, kad bija uzvara, tad viņam likās, ka viņš dzīvo šajā uzvarā. Но самое большое Самое большое испытание ждало его впереди. Bet vislielākais pārbaudījums gaidīja viņu priekšā. Его состояние, когда он с победы возвращался, весь упакованный, Viņa полные сумки золота. Kad viņš ar šīm uzvarām, ar šo zeltu, šo laupījumu atgriezās atpakaļ. Он приходил туда и увидел, что все угнаны, разграблены стан. Viņš aizgāja uz turienu un ieraudzīja, ka visa šī nometne ir izlaupīta un cilvēku aizvest gūstā. Там он разодрал одежды. Viņš saplēsa savas drēbes. Он начал взывать к Богу. Un sāka saukt uz Dievu. И он стал спрашивать у Бога, почему так? Un viņš sāka jautāt Dievam, kādēļ tā? Как такое может быть? Ты столько славы явил в моей жизни, тут вдруг вот так. Kā tas varēja notikt? Tu tik daudz Удар в спину. Rādīji šo slavu manā dzīvē un tagad pēkšņi tā kā duncis mugurā. Но Бог ему сказал: "Не волнуйся". Bet Dievs viņam teica: "Neuztraucies". Догонишь и отнимешь. Tu viņu sadzīsi un atņemsi. Скажите, состояние Давида, на что оно было похоже в момент до того, как Бог ему сказал это сделать? Sakiet, kāds bija Dāvida stāvoklis pirms Dievs pateica šo? Я думаю, что все те победы, все то, что они принесли, оно уже не имело никакого значения. Es domāju, ka visas iepriekšējās uzvaras, tas viss, tam vairs nebija nekādas nozīmes. Там было такое настроение, что сами те же приближенные уже хотели прибить Давида. Tur bija tāds noskaņojums, ka paši šie tuvākie jau viņi jau paši gribēja tik galā ar Dāvidu, jo viņi sāka viņu vainot. На него шла атака. Uz viņu gāja šis uzbrukums.
послушай, что вообще, где твой Бог и все остальное. Vispār, kur ir tavs Dievs? Но он знал, в кого он уверовал. Bet Dāvids zināja, ka viņš ir noticējis. Он не разочаровался. Viņš nevīlās. Не смирился с теми обстоятельствами, которые произошли в его жизни. Un nesamierinājās ar tiem apstākļiem, kas notikuši viņa dzīvē. Он стал вопрошать Богу. Viņš sāka lūgt Dievu. Господь. Dievs. Почему так? Kādēļ tā? И Бог говорит: просто никто не требует, чтобы отдать назад. Vienkārši neviens neprasa, lai atdod atpakaļ. Люди начинают что-то делать, какую-то суету создавать. Cilvēki sāka rosīties, radīt kņadu. Зная испытания, которые приходят в твою жизнь, они тебя переводят из одного уровня в другой. Zini, tie pārbaudījumi, kas nāk tavā dzīvē, viņi ved tevi no viena līmeņa uz nākamo. Но победа она от Господа. Bet uzvara tā ir no tā Kunga. Ты возрастаешь, и великий Бог хочет себя демонстрировать. Tu pieaudz, когда он проводит тебя через те или иные испытания. Lielais Dievs, viņš grib sevi parādīt, tad kad tu ej cauri dažādiem apstākļiem. Эта победа приходит как результат смирения перед ним. Šī uzvara nāk kā rezultāts tam, ka tu esi zemojies viņa priekšā, pakļāvies viņam. Когда трудно человеку, он находится в этом состоянии, kad cilvēkam ir grūti, un viņš atturas šajā salauztajā stāvoklī. Он продолжает славить Бога и говорит: Господь, я не знаю, почему так произошло, но я знаю, что это для Твоей славы. Un teikt, es nezinu, kādēļ tas tā noticis, bet tas viss ir Tavai slavai. Я принимаю Твой мир, Боже, на свое сердце. Es pieņemu Tavu, Tavu mieru savai sirdī. И прошу, выйди на арену. Un lūdzu, nāc Tu šajā cīņas laukā. Исаия, где там, он покажет себя сильным среди врагов своих. 42-я, по-моему, глава была. Исаия 42. Сейчас я точно скажу. Да, 42:13. Jesaja 42:13. Очень хорошие слова. Очень сильные слова. Мы сейчас увидим в этом месте Писания, как Шая Бог выходит на арену. Mēs ieraudzīsim, kā Dievs iziet cīņas laukā. 42. Исаия 42. Это великий Бог, в которого я и ты, мы уверовали. Šis ir lielais Dievs, kuram mēs esam noticējuši. Люди проходят трудности, они обижаются на Бога. Они разочаровываются. Cilvēki iet cauri grūtībām, un viņi aizvainojas uz Dievu. И уже ходят в дом Божий просто, ну вдруг что-то поменяется. Un ieiet Dieva namā ar tādu domu, ja nu pēkšņi kaut kas mainās. Не понимая ни своего статуса. Nesaprotot ne savu statusu. Что нас отличает от людей, которые находятся в мире? Kas mūs atšķir no cilvēkiem, kuri atrodas pasaulē? Нас отличает то, что мы имеем победу. Mūs atšķir tas, ka mums pieder uzvara. Если человек не поймет, что он рожденный свыше, ja cilvēks nesapratīs, ka viņš ir dzimis no augšienes, что он рожден сегодня в Царство Божье, ka viņš šodien ir piedzimis Dieva valstībā, что он сегодня вошел в наследие великого Отца, ka viņš ir šodien iegājis savā lielā tēva mantojumā, то для него нет никакой разницы, где он находится физически, в церкви или на улице где-то, или просто живет жизнь, не зная Бога, не общаясь с ним. Tad viņam nav pilnīgi nekādas atšķirības, vai viņš šodien atrodas draudzē vai ārpus tās un dzīvo dzīvi bez Dieva. Знаете, в Слове Божьем есть место, где сказано, что если кто вернет человека, который до этого веровал, ну, как отступника, да, к примеру. Ir Bībelē vārds, ja kāds atgriezīs atpakaļ cilvēku, kurš ir tā kā atkāpies no Dieva. Библия говорит, что тому будет больше проще. Tad Bībelē teikts, ka tam tiks piedots vairāk. Если кто-то, человека, который уже вкусил благой глагол, вкусил Слово Божье, вкусил, как благ Господь. Un ja cilvēks, kas ir jau uzzinājis, cik labs ir Dievs. И вдруг разочаровался в Боге. Un pēkšņi viņš ir vīlies Dievā. И ушел из-за каких-то трудностей обстоятельств. Un aizgājis prom kaut kādu apstākļu problēmu dēļ. Если кто-то вернет, ja kāds atgriezīs šo cilvēku atpakaļ, обратит этого человека к Богу, piegriezīs šo cilvēku atpakaļ pie Dieva, в жизни того будет намного больше славы. Tad viņa dzīvē būs daudz vairāk godības. Amen. Мы уверовали в великого Бога. Mēs esam noticējuši vārenam Dievam. Посмотрите, как он выходит на борьбу с врагами. Un skatiet, kā viņš iet ārā cīņā ar ienaidniekiem. Первое, что он желает, это 12 стих. Pirmais, ko viņš vēlas, tas ir 12. Pantā. Он говорит: да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах. Tam kungam, lai dod godu un lai pauž viņa slavu jūras salās.
Для того, чтобы на арену вышел великий Бог, нужно воздать ему славу, воздать ему хвалу. Lai cīņas laukā iznāktu varenais Dievs, tad viņam vispirms ir jādod slava. Потому Павел и Сила, находясь в тюрьме, они воздавали ему хвалу. Tādēļ Pāvils un Sīla, viņi deva šo, viņi slavēja, būdami cietumā. Ключи для победы. Tās ir uzvaras atslēgas. Поклонение и прославление Бога в трудных, стесненных обстоятельствах – это действительно та вера, которой ты наполни. Pielūgsme un slavēšana tajā brīdī, kad tu atrodies grūtos apstākļos, parāda to ticību, ar ko tu esi piepildīts. Когда ты родился свыше, твое имя записано в книге жизни на небесах. Когда тебя имеет в виду Царство Божье. Kad tu piedzimi no augšienes, tavs vārds tikai ierakstīts dzīvības grāmatā, un tevi ņem vērā tur augšā debesīs. Это твоя победа. Un šī ir tava uzvara. Если ты остаешься просто в позиции, что вот здесь, в этом мире, я как-то проживу, ja tu paliec pozīcijā, ka šeit uz šīs zemes es kaut kā izdzīvošu, я буду ходить в церковь, es iešu uz draudzi, но внутри не иметь победы. Bet iekšienē tev nav uzvaras. Не понимать, что ты сегодня выполняешь действительно волю Божью для него. Nesaprast, ka šodien tu piepildi Dieva gribu viņam. С того момента, как человек рождается в духовный мир. Tajā brīdī, kad cilvēks piedzimst garīgajā pasaulē. С того момента, как он становится гражданином Царства Божьего. No tā brīža, kad viņš kļūst par debesu valstības pilsoni. В жизни человека включается его Божий план. Cilvēka dzīvē tiek ieslēgts Dieva plāns. Для этого человека есть конкретный маршрут. Šim cilvēkam ir paredzēts konkrēts maršruts. И задача дьявола аннулировать это. Un vēlna uzdevums ir anulēt to. Сделать такие обстоятельства или такие проблемы в жизни человека, чтобы он перестал идти тем маршрутом, который важен для Царства Божьего. Radīt tādus apstākļus, lai cilvēks pārstātu iet pa to maršrutu, ko Dievs ir paredzējis. Поэтому первое, что он старается сделать, дьявол, это лишить тебя мира на сердце. Tādēļ pirmais, ko Velns cenšas panākt, ir atņemt tev mieru sirdī. Его задача в первую очередь украсть хвалу и поклонение. Viņa uzdevums pirmkārt ir atņemt tev slavu un pielūgsmi, ko tu dod. Его задача в первую очередь украсть отношения с Богом. Viņa uzdevums ir atņemt šīs attiecības ar Dievu. Потому что он понимает, что от Бога победа. Tādēļ, ka viņš zina, ka no Dieva ir uzvara. Эту победу может свою жизнь взять только тот, Un šo uzvaru savā dzīvē var paņemt tikai tās, который имеет отношение с Богом. Kuram ir personīgās attiecības ar Dievu. Когда человек разочарован, нет разницы, где он находится, он уже не будет поклоняться, иметь отношение с Богом. Kad cilvēks ir vīlies, tad nav atšķirības, kur viņš atrodas, jo viņš vairs neslavēs, un viņam nebūs šīs personīgās attiecības. Поэтому Господь говорит, послушай. Tādēļ Dievs saka, paklausies. Помните место, где остановитесь на путях своих и познайте, что я Господь. Ka ir rakstīts, apstājieties savos ceļos un atzīstiet, ka es esmu tas kungs. Когда вы видите трудности в своей жизни, kad jūs redzat grūtības savā dzīvē, когда вы понимаете, что что-то идет не так, kad jūs saprotat, ka kaut kas notiek ne tā, он говорит, остановитесь и познайте, что я Господь. Viņš saka, apstājieties un atzīstiet, ka es esmu tas kungs. Что значит познать, что он Господь? Ko nozīmē? Ko tas nozīmē? Это воздать ему хвалу. Tas nozīmē dot viņam godu un slavu. Возвестить о том, что Бог великий. Pasludināt, ka Dievs ir liels. В моей жизни сегодня трудности, но я не смотрю на эти трудности. Manā dzīvē šodien arī ir grūtības, bet es uz tām neskatos. Я смотрю на великого Бога только потому, что я понимаю, что я его дитё, его творение. Es skatos uz vareno Dievu un es zinu, ka es esmu viņa radījums, viņa bērns. Amen. И 13 стих. 13 панц. В результате той хвалы и поклонения, которую мы воздаем Богу, та года он слава са дей, ко мы сдадим там кунгам, Господь выйдет, как исполин, 13 стих, как муж брани, вас будет ревность, воззовите и поднимите, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Амен. Tas kungs nāk kā varonis, kā karavīns, viņš uzsāk kara gaitu, viņš liek atskanēt kara saucieniem, viņš nostājas kā varonis pret saviem ienaidniekiem. И покажет себя сильным среди врагов. Un viņš parādīs sevi kā spēcīgu ienaidnieku vidū. Он выйдет как исполин. Viņš nāks kā varonis. Как муж брани. Kā karavīrs. Не ты, не я выйдем, как исполины и мужи брани. Не es, не ты, мы не иесим, как шие вороньи, как каравири. Почему? Кадель. Да потому что даже просто
мы смотрим, что мы живем в физическом мире. Tādēļ, ka mēs varam skatīt, ka mēs dzīvojam šajā fiziskajā pasaulē. И наши возможности они ограничены физическими законами. Un mūsu iespējas viņas ir ierobežoti tas ar šīs pasaules likumiem. Любому человеку понятно, что если он прыгнет с высоты куда-то вниз, он обязательно разобьется. Katram cilvēkam ir skaidrs, ja viņš no augšienes kaut kur liks dziļumā, ka viņš nositīsies. То есть любое нарушение физического закона, оно будет нести последствия, независимо, как этого человека зовут, как он выглядит, сколько он весит. Tātad, ja cilvēks pārkāp fiziskos pasaules likumus, tad nav svarīgi, kas viņš ir pēc savu statusa, rezultāts būs tas pats. Ideāli хочет лишить тебя веры. Un vēlns grib tev atņemt ticību. Чтоб ты только оставался на уровне физического мира, жил физическими проблемами, решал их точно так же. Tu paliktu šīs fiziskās pasaules līmenī, lai tev būtu šīs problēmas, un tu viņas risināt fiziskā ceļā. Чтоб человек согласился с тем, что ему не надо. Не надо что-то противиться, как-то бороться. Cilvēks piekristu, ka viņam nav jāpretojas. Но Бог хочет, чтобы мы ему воздавали хвалу. Lai mēs viņu slavētu. Воздавали славу. Lai viņu godinātu. И он выйдет, как исполин, как муж брани. Un tad viņš nāks, kā šis varonis. Воинский крик. Karavīrs un atskanē šis kara sauciens. Не мы будем кричать, раздирать горло. Не mēs sauksim, ka mums А в 13 стихе сказано, что это прерогатива Бога выйти и кричать. Bet 13. Pantā teikts, ka tas ir Dieva uzdevums, tā ir viņa daļa. Amen. Мы под защитой великого Бога и параллельно работая с нами, строя взаимоотношения, когда мы с ним их строим, он точно так же строит взаимоотношения с нашими врагами. Mēs esam Dieva aizsardzībā, un tad, kad mēs veidojam attiecības ar viņu, tāpatās viņš arī veido attiecības ar mūsu ienaidniekiem. To ir ļoti svarīgi ieraudzīt un pieņemt sev personīgi. Amen. Aleluja, slava Bogu. Slava Dievam. Нужно оставить в своей жизни представление о том, что Бог и дьявол, они на одном уровне. Mums ir jāatmet savā dzīvē priekšstats, ka Dievs un velns viņi atrodas vienā līmenī. Как-то у нас получается все время их сравнивать. Kaut kā mums sanāk visu laiku viņus salīdzināt. И фильмы везде все так вот ставится темная и светлая сторона. Gan filmās tiek parādīts tumšā un gaišā puse. Как будто Бог там воюет с дьяволом о чем-то. Kā Dievs tur par kaut ko ar velnu karotu. Он уже все ему доказал. Bet viņš viņam jau visu ir pierādījis. Все ему подтвердил жертву Иисуса Христа, восторжествовав над ним победой. Viss jau ir pierādīts, kad Kristus ar savu upuri uzvarēja. Если смотреть в корень, то это вообще его творение. Ja skatīties visa saknē, tad tas vispār ir viņa radījums. Которая взбунтовалась. Kurā sacēlās. И которая пришлось бросить на землю. Un kuru nācās nomest uz zemes. Это так. Бог намного больше. Dievs ir daudz lielāks. И нельзя ни в коем случае вообще их даже близко сравнивать. Un nevar nekādā gadījumā viņus kaut tūmā salīdzināt. По одной простой причине. Vienīgi iemeslu vienkārši dēļ. Потому что Бог, он действует через любовь. Tāpēc, ka Dievs darbojas caur mīlestību. Он совсем другой. Viņš ir pilnīgi savādāks. И любовь это и есть Бог и самое большое, что есть вообще. Un mīlestība tas arī ir Dievs un vislielākais, kas vispār pastāv. А дьявол действует через страх. Bet velns darbojas caur bailēm. И очень часто люди не понимают этого и попадают в такой капкан. Un bieži cilvēki to nesaprot un nonāk tādā kā slazdā. Потому что страх это тоже вера. Tāpēc, ka bailes tās arī ir ticība. И в Библии есть одно место, где сказано, что то, чего боялся и постигло. Un Bībelē teikts, tas, no kā bijās, tas viņu panāca. Как у Бога любовь, tāpatās tā, kā Dieva mīlestība, так у сатаны страх. Tā velnam ir šīs bailes. Вот поэтому он хочет лишить нас мира. Un tādēļ viņš vēlas mums nosakt šo mieru. Чтобы мы верили в страх и под воздействием страха. Lai mēs ticētu bailēm un darbotos baiļu iespaidā. Верили в эти обстоятельства, в эти проблемы. Ticētu problēmām un apstākļiem. Чтобы они для нас были больше, чем великий Бог. Lai tās kļūtu lielākas nekā lielais Dievs. Amen. Amen. Четвертое царство, 19 глава.
4. Сейчас. Четвертое царство, 19 глава. Четвертое кенни гейнпец. А вот он. Четвертое царство, 19 глава. Otrā ķēniņa 19. nodaļa. С 1 по 35 стих. No, с 1. Да. No 1. По 35. Līdz 35. Здесь в 35-м, уже в самом конце. Он шел по сейчас бегас 35-я панта. Просто не будем перечитывать. Лай весна я парласа. Есть очень красочная история. Ир тури льоти красайнс стаст. Когда израильский народ был в очередном разочаровании. Когда Израиля таута откала бия шая вилшина ставокли. Против них были очередные гонения в результате той жизни, которой они жили. Viņiem atkal bija šīs dzenāšanas tās dzīves rezultātā, ko viņi dzīvoja. На них пошёл один царь с войной. Tad pret viņiem gāja viens ķēniņš ar karu. Но до этого было пророчество, и был слышен голос Божий. Bet pirms tam bija pravietojums un bija dzirdēta Kunga balss. И в 35 стихе смотрите, что написано. 35. И случилось ту ночь. Un tā bija pašā naktī. Пошёл ангел Господень и поразил стане ассирийском 185 тысяч. Izgāja tā kunga eņģelis un nogalināja asīriešu nometnē 185 tūkstošus vīru. И встал израильский народ поутру, и вот все тела мертвы. Un kad ļaudis no rīta agri cēlās, tad redzi, tur visus tos atrada mirušus. С первого стиха вся эта история, она говорит о том, насколько, какие большие проблемы пришли в жизнь израильского народа. No pirmā panta visi iet runa par to, cik lielas problēmas atnāca Izraēla tautai. О том, как все плохо и обречено. Cik viss ir slikti un slikti. И когда они взывали к Богу, un kad viņi sauca uz to kungu, то Бог пришел и ответил. Tad Dievs nāca un atbildēja. И сказано, что поутру все встали и увидели 185 тысяч, все мертвы. Он ir teicis, ka nākamā rītā viņi piecēlās un redzēja, ka visi 185 tūkstoši ir miruši. Огромная армия, все мертвы. Milzīga armija un visi miruši. Бог заботится о том, что кто будет посягать на его народ. Dievs rūpējas par to, ka tas, kurš pacels roku pret viņa tautu. Кто будет идти войной на детей Божьих. Kas ies cīņā pret Dieva bērniem. Бог будет этих врагов наказывать. Dievs sodīs šos ienaidniekus. Как он строит взаимоотношения с нами, точно так же он строит взаимоотношения с врагами. Kā viņš veido attiecības ar mums, tāpat viņš veido šīs attiecības ar mūsu ienaidniekiem. Сегодня, если в нашу жизнь приходят какие-то трудности и обстоятельства, Šodien, ja mūsu dzīvēs nāk kādas grūtības, в этот момент нам нужно радоваться. Tad šajā brīdī mums ir jāpriecājas. Потому что пришла победа в эту сферу. Tādēļ, ka šajā sfērā ir atnākusi uzvara. Это говорит о том, что Бог дает победу в этой сфере. Tas runā par to, ka Dievs dod uzvaru šajā jomā. Все, что нужно, это полностью ему доверять. Viss, kas ir nepieciešams, ir pilnībā viņam uzticēties. Давать ему хвалу и поклонение. Dod viņam godu un slavu. Amen. Amen. Исайя 49. Jesaja 49. В этом месте будет описываться характер Бога. Šeit tiks aprakstīts Dieva raksturs. По отношению к врагам. Attiecībā pret ienaidniekiem. Может ли быть отнято у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен, спрашивает Господь. Да, отвечает, так говорит Господь,
и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Амен. Vai var atņemt laupījumu stiprajiem, ja vai no viņa var aizbēgt tā gūstekņi? Tomēr, tā saka tas kungs, arī paša stiprākā gūstekņus viņam var atņemt un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt. Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem un es pats izglābšu tavus bērnus. В этих двух стихах очень красочно описывается позиция Бога по отношению к врагам. Šajos pantos ir ļoti spilgti atainota Dieva attieksme pret viņa ienaidniekiem. Мы видим здесь, что пророк говорит об безвыходной ситуации. Šeit mēs redzam, ka pravietis runā par bezizējas stāvokli. И тут в 24 стихе ярко выражена позиция, что нету, не видит народ, как решится эта проблема. Un 24. Pantā spilgti atainots, ka tauta neredz izeju. Кто может отобрать у этого сильного добычу? Может ли быть она отнята? Vai var atņemt šiem spēcīgajiem laupījumu, vai to kāds var izdarīt? Разве в этой безвыходной ситуации может быть победа? Vai tad šajā bezizējas situācijā var būt uzvara? И кто бы мог эту победу даровать? Un kas varētu dot šo uzvaru? И Бог говорит, может. Un Dievs saka, var. Может быть. Tā var būt. И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Stiprākā gūstekņus viņam var atņemt un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt. Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, un es pats izglābšu tavus bērnus. Господь выйдет против твоих противников. Dievs viņš ies pret taviem pretiniekiem. Он пытается сквозь все Писание во многих местах сказать, что прерогатива наказывать врагов – это моя прерогатива. Un caur rakstiem viņš mēģina parādīt, ka sodīt pretiniekus tā ir viņa daļa. Это его часть. Tā ir viņa daļa. Наказывать врагов. Sodīt pretiniekus. Забирать у сильных добычу. Atņemt spēcīgajiem laupījumu. Поднимать воинский крик. Pacelt šo kara saucienu. Выходить войной на всякое нечестие, беззаконие. Iet cīņā pret jebkādu Которая делается против детей Божьих. Kas tiek veikta pret Dieva bērniem. Если грабитель приходит сегодня в твою семью. Ja laupītājs šodien nāk tavā ģimenē. К тебе лично или к твоим близким. Pie tevis personīgi vai pie taviem tuviniekiem. Знай, что есть великий Бог. Tad zini, ka ir visuvarenais Dievs. Который параллельно этого противника, он с ним разберется. Kas paralēli tiks galā ar šo ienaidnieku. Только доверься ему. Tikai uzticies viņam. Дай ему прерогативу. Dod viņam šo iespēju. От того, насколько ты сделаешь правильный выбор, будет результат. Tas atkarīgs no tā, kā tu izdarīsi savu izvēli, tāds būs rezultāts. Если ты сам выступишь против этого врага. Ja tu pats stāsies cīņā pret ienaidnieku. То тебе будет тяжело, и не факт, что ты победишь. Tad tev būs grūti un nav teikts, ka tu uzvarēsi. Просто получается, что ты берешь на себя Божью прерогативу. Vienkārši sanāk, ka tu uz sevis ņem šo Dieva uzdevumu. Я хочу, чтобы каждый просто правильно меня понимал. Es gribu, lai katrs mani pareizi saprastu. Я сейчас говорю не о том, что надо совсем смириться и ждать, пока Бог разберется. Es tagad nesaku, ka ar visu ir jāsamierinās un jāgaida, ka Dievs tiks galā. Твоя часть – это славить и хвалить Его за все. Bet tava daļa ir slavēt un godināt viņu par visu. Строить с Ним взаимоотношения. Veidot ar viņu šīs attiecības. А Он параллельно будет разбираться с врагами. Bet viņš paralēli tiks galā ar ienaidniekiem. Есть две крайности. Первое – это человек сам разбирается с врагами. Ir divas galējības. Viens, ka cilvēks pats tiek galā ar ienaidniekiem. А вторая – это он вообще ничего не делает и ждет. Становится заложником обстоятельств полностью. Otrs ir tas, ka viņš pilnīgi neko nedara un kļūst par šo apstākļu gūstekni. Через всю христианскую жизнь, через всю жизнь взаимоотношения с Богом должны быть на первом месте. Caur visu tavu kristiešu dzīvi pirmajā vietā ir jābūt šīm attiecībām ar Dievu. Хвала и поклонение должны быть на первом месте. Слава un godināšana tam ir jābūt pirmajā vietā. И великий Бог будет являть свою славу среди врагов. Un tad lielais Dievs pagodināsies ienaidnieku vidū. Он будет торжествовать над ними победой. Viņš uzvarēs viņus. Amen. Amen. Я хотел бы сейчас такую формулу одну. Un es tagad jums gribētu dot tādu formulu. Она выглядит следующим образом. Tā izskatās sekojoši.
Можете прям записать или запомнить. То варат пирекстит вай ценстес иегалмет. В моей жизни исполнится не то, что говорят враги. Manā dzīvē piepildīsies ne tas, ko saka ienaidnieki, no to, što говорит Бог. Bet tas, ko saka Dievs. Если человек принимает для себя это так, ja cilvēks sev to tādā veidā pieņem, tad viņš gūs uzvaru. Если человек будет слушать то, что говорят враги, ja cilvēks klausīsies to, ko saka pretinieki, то максимум все зависит от его характера, от его личных качеств. Tad он будет видеть какое-то хорошее, может быть, что-то, решение. Максимальный, лабайс изнакомс будет саткарить, но это будут его personības. Собственные силы. Bet tie būs viņa paša spēki. Поэтому в нашей жизни tādēļ, jā, mūsu dzīvēs исполнится то, что предопределил Бог. Piepildīsies tas, ko ir nolēmis Dievs. А не то, что показывают враги. Nevis tas, ko rāda pretinieki. А Бог для каждого из нас предопределил победу. Bet Dievs ikvienam no mums ir paredzējis Amen. Uzvaru. Amen. Победу. Uzvaru. Скажи, Бог для меня предопределил победу. Pasaki, Dievs man ir paredzējis uzvaru. Бог выйдет на моих врагов. Izies cīņā pret maniem ienaidniekiem. Он восторжествует над ними победой. Viņš uzvarēs viņus. Он выйдет как муж брани. Viņš izies kā varonis. Он поднимет воинский крик. Viņš uzsauks kara saucienu. Он покажет себя сильным среди моих врагов. Viņš parādīs sevi spēcīgu manu ienaidnieku vidū. Никакие обстоятельства сегодня. Nekādi apstākļi šodien. Не смогут лишить меня взаимоотношений с Богом. Nespēs mani šķirt no attiecībām ar Dievu. Несмотря ни на что. Neskatoties ne uz ko. Я буду славить Господа. Es slavēšu to Kungu. Я буду воздавать ему честь, хвалу. Es viņu godāšu un slavēšu. Amen. Amen. И сейчас я хотел бы уже, чтобы кто-то вышел за клавиши или за гитару. Уже никто никуда не выйдет. Славētāji. Я хотел бы, чтобы у нас сейчас была особенная атмосфера, может быть, вот эта последняя песня. Lai mums būtu šī īpaša atmosfēra, varbūt šī dziesma ķēniņš. После чего мы будем молиться. Un pēc tam mēs lūgsim. Знаешь, сегодня ты можешь сделать точно так же правильный выбор. Zini, šodien tu arī vari izdarīt šo pareizo izvēli. А можешь остаться прежним. Bet vari palikt iepriekšējā Я stāvoklī. Верю в силу того слова, которое озвучено. Es ticu tā vārda spēkam, kas tiek pasludināts. Может быть, кто-то скажет, что это все просто и понятно. Varbūt kāds teiks, tas viss ir skaidri un saprotami. Но если мы будем честными, Bet ja mēs būsim godīgi и признаемся, что мы сегодня несовершенны, мы не можем абсолютно все решить в нашей жизни. Ka mēs neesam ideāli un paši saviem spēkiem nespējam visu lietas atrisināt. И может быть даже не важно, 20 лет ты в церкви или год, или только пришел. Un nav svarīgi, vai tu esi draudzē 20 gadus, 10 vai tikko atnācis. Пока человек живет, он каждый день проходит определенные трудности. Kamēr cilvēks dzīvo, viņš katru dienu iet cauri grūtībām. Верит он в Иисуса Христа или нет, трудности в его жизнь приходят. Viņš tic Jēzum Kristum vai ne, bet grūtības nāk viņa dzīvē. Но тот, кто верит во Христа, bet tas, kurš tic Jēzum, тот, кто верит, что он восторжествовал победой, tic tam, ka viņš ir uzvarējis, тот имеет его сверхъестественную защиту, tam ir arī viņa pārdabiska aizsardzība, tam ir viņa uzvara. И это очень важно. Un tas ir ļoti svarīgi. Amen. Amen. Поэтому мы будем сейчас молиться. Tādēļ mēs tagad lūgsim. Встанем на наши ноги. Piecelsimies. И будем молиться. Un mēs lūgsim. Славить и хвалить его. Slavēsim un godināsim. И может быть у тебя сейчас есть какие-то обстоятельства, через которые ты проходишь. Tagad ir kādi apstākļi, kuriem tu ej cauri. То ты мысленно о них. Tad savās domās. Говори, Господь, я хочу, чтобы ты вышел на арену. Saki, Dievs, es vēlos, lai tu nācu šīs cīņas skatuves. Чтобы в эти обстоятельства ты пришел, и твоя победа пришла с тобой. Lai tu nāktu šajos apstākļos, un lai arī tava uzvara nāk. Чтобы ты, Господь, открыл величие свое. Lai tu, Dievs, parādi savu godību. Чтобы ты открыл славу свою. Lai tu parādi savu славу. А я буду служить и поклоняться, и хвалить es... твое великое святое имя тебе. Kalpošu un slavēšu tavu svēto vārdu. Amen. Аллилуйя. Слава, слава, слава тебе. Шара махаталара мастура махаштала рамаста.
Rabahatanara bahatala rabahatanara bahatala rabahatanara bahatai. Shara bahatanara bahatala rabahatanara bahatala rabahatanara bahatai. Shara bahatanara bahatala rabahatanara bahatala rabahatai. Shara bahatanara bahatala rabahatanara bahatala rabahatai. Shara bahatanara bahatala rabahatanara bahatala rabahatai. Shara bahatala rabastura bahatala rabastura. Rabahatanara bahatala rabahatanara bahatala rabahatanara bahatai. Shara bahatanara bahatala rabahatanara bahatala rabahatai. Shara bahatanara bahatala rabahatanara bahatala rabahatai. Бог говорит к тем, кто сегодня именно к врагам. Он говорит следующее, что горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, который не грабил. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Бедас тев пуститай, кас пац неси пустиц, и бедас тев лаупитай, кас пац неси аплаупиц. Кад ту пуси пабеидзис саву пустишанас дарбу, тад испустис теви пашу. Кад ту пуси ар савием лаупишанас дарбием гала, тад аплаупис теви пашу. Сегодня в мире беззаконие очень часто выглядит так. Šodien nelikumība pasaulē bieži vien izskatās tā. Как будто нет Бога. It kā nebūtu Dievs. Как будто нет воздаяния. It kā nebūtu šīs atmaksas. Враги сегодня, они за большинством своим чувствуют какую-то безнаказанность. Ienaidnieki, viņi jūt, ka viņi paliks nesodīti. И люди видят эти моменты. Un cilvēki redz šos brīžus. И разочаровываются. Un viļās. Но в этом стихе в конце вторая часть Bet говорит именно панта, о том, что закон сеяния и жатвы, который установил Бог, он намного больше. Saka, ka šis Dieva noteiktais sējas un pļaulas likums, ka tas ir pāri tam visam. Что сеется, то потом будет пожинаться. Ka tas, ko jūs sēsiet, pēc tam jūs to arī nopļausiet. Amen. Amen. Давайте будем молиться сейчас. Un tagad lūksim. Аллилуйя, шарама хаталарама стурама хашиталарама стая.